идеи. Гитаре. Вадим Атавой, депрессии. Немножечко будет участвовать Илья Немаслов по моей просьбе. Ну не будет участвовать Илья сегодня. Это сюрприз. Не участвует он сегодня. В следующий раз. Да. Я, наверное, сегодня как-то попробую без пауз, наверное, спеть три песни по состоянию какому-то такому своему. Песня о любви, о душе, я думаю, о каждом из нас. В преддверии последней песни молитва, которую очень хотелось бы сыграть сегодня в преддверии поста, он так уже близок. Вот, и какое-то такое светлое от этого ощущение лично у меня, какое-то вот что-то новое, что-то такое. Ну, что-то, что ждет, какое-то очищение души и жизни, всего, что происходит. И хотелось бы, чтобы оно было каким-то благотворным, радостным.